Сегодня 12 августа, 21 год. Наша семья выдвинулась в путешествие. Нам предстоит проехать 250 километров до города Обь, город-спутник Новосибирска. Там мы ночуем в квартире. И утром у нас самолет в Краснодарский край, город Геленджик. Ну вот, Новосибирск. Через ОБГС была огромная пробка. Едем на Бугринский мост. Вот такая вот тут вырастает перед нами. А вот водитель. Его пассажиры. Маленький самолетик. Малюсенький. Расселись. 11 ряд. Широкие места. Специально выбрал. Как-то так. Кирилл, ты куда идешь? Куда идешь? Самолет. Самолет. Какой самолет? Зеленый. Ну вот и приземлились. Дождь прошел. На вот этом вот кузнечике. Там он другие. С моря прилет. Как-то так. Вот он, аэропорт Геленджика. Колючая проволока, блин. Вот она, бухта Геленджика. Вот сам город. Деревня, блин. По-другому не скажешь. Тройка кругом. Территория. Кирюха у нас сразу убежал на детскую площадку играть. Номер двухкомнатный, полагается. Хорошо. Так, ну пока интернет, телефон мой номер, телефона без восьмерки. Холодильник я уже вам включила. А у вас ребята большие, да, там один маленький? Нет, один маленький, побежал туда я. Смотрите, если тапочки маловаты, я туда побольше положу. Хорошо тут. Сынок, мы куда идем? Мы на море. А где оно? Оно там. Ну-ка, где? Ой, да, ну вон оно. Ну-ка, пойдем. Ну-ка. Ну вот, летели-летели мы, наконец прилетели. Ехали-ехали. Первое окунание, как говорится. Вот оно. Пляж энергетик. Ох, неспокойно нынче Черное море. Сильно неспокойно Черное море. Хо-хо-хо. Ничего себе! Вот это да! Это просто надо вживую видеть. Это просто какое-то ого-го. Ёшкин коробёшкин. Еще есть. А соленый какой воздух. Красота! Как-то так. Вот море, 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 море. Может сразу и покушать. А что, собственно, мешает? Пиццерия за 7 минут. Вот вам пицца. Заказали Дивноморскую. 660 рублей. Соседнее кафе Лазурь, по-моему. Точно такая же, состав, все то же самое. Цена 720. Как-то так. Заказали здесь.
Пицца вроде неплохая. А вот сестро, ситро, вода голимая. Вот такой пляж. Волнорезы. Сейчас они свою роль отрабатывают в полном объеме. Если бы их не было, я представляю, тут берег бы как размывало. Дождь, брызги долетают. Какая тут пятняйся. Ух, плещет. А, волны. Сейчас как даст вот эта волна. Вон она идет, идет, идет. Слабо. Очень неспокойно Черное море. Очень. Ух, брызги. Купаться запрещено. Да мы и сами не полезем в такую-то погодку. Народ угорает. Уф! Я окатило водой. Вау! Ветер такой устойчивый дует. Такое ощущение, что усиливается ветер. Ой! Так, сегодня 27 воздух, 25 воды, но купаться невозможно, штормит. Вы смотрите-ка, а есть все-таки отчаянные люди. В шторм купаются, караул, с собаками ходят. Им сейчас тут с матюгальника кричали вылезти из воды. А это сибиряки, им все можно. А еще храброй воды выпили и в путь. Слушайте, а море-то успокаивается. Прям реально успокаивается. Уже брызг нету. А прошло всего-то 20 минут. Чудеса. Оказывается, еще и вот такие пляжи бывают. Написано: лечебный пляж номер 1. Военного санатория Дивноморская. Вот так. Блин, черный флаг. Стул спасателя перевернут, то есть даже спасателей нет. Ну что, дорогие сибиряки, нет, я нет, пошел в воду. Пятница, 13 августа, 21 год. Время 14:20. И под Геленджиком Тихоморская. Так штормит. Вот так штормит. Вон там Геленджикская бухта. Вон там. Ох, как классно. Скалы изрезанные. Такие осадочные породы явно. Явно осадочные. Камушки в камушки бросают. Ну вот, вроде как до понедельника погода будет не айс. Поживем, увидим. Как-то так.